Здравствуй, Верхнекамье! Первая новость – повод для гордости соликамскими сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы. 24 июня ночью все спасательные ведомства получили сообщение о тонущих людях на реке Кама в районе Тюлькина. Специалисты ЕДДС оперативно приняли решение обратиться к капитану парома Мошева Василию Чернявину. Решение оказалось верным. Спустя минуты пострадавшие уже грелись в каюте корабля. А в Кизеле завершили ремонт банкетного зала на базе отдыха «Иванов Лог». Благое дело началось в феврале. Стены теперь украшает декоративная штукатурка. Заменили пол и потолок. Для посетителей закупили новую и комфортную мебель. Как отмечается, ремонта ждали давно. Первыми оценили удобство нового пространства дети из загородного лагеря. В нем они завтракают, обедают и ужинают. Александровск спортивный. Воспитанники местной спортшколы закончили массовую сдачу норм ГТО. Отработали по следующим категориям. Бег как на короткие, так и на длинные дистанции. Отжимания, прыжок в длину с места, наклон вперед, пресс на 30 и 60 секунд и челночный бег. Активное участие приняло порядка 120 человек. Рубрику «Верхнекамье» сегодня подготовили Евгений Казанцев и Сергей Александров.